Сегодня нас ждет большое приключение. Пришло время, чтобы перепрыгнуть через время. Поэтому смотрите, учитесь, действуйте. Здравствуйте, друзья, с вами Чеширский кот, и у нас опять подарки. Сейчас мы вам покажем. Так, нам друг, подписчик наш из Ютьюба, прислал подарок. Вот такая штука. Так, ежик, открывай скорее. Ой, смотрите, какое растение. Это помните какое? У меня есть видео, когда мы едем, и я... О. Вот книжечка, как за ним ухаживать. Не, это рекламка. Нет? Это рекламка, котик. А, все понятно. А я думаю, что это книжечка, как за ним ухаживать. Как бы инструкция. О. Это рекламка. Что можно здесь приобрести вот разные растения. Вот такие вот растения. Вот, смотрите скорее. Ой, вот он как называется. Так, мы, конечно, его неправильно прочитаем, поэтому я не буду читать. Вот, смотрите как. Он был упакован в такую коробку. Это такой... Плющ. Плющ. Вот так. Так, открывай его, развязывай мешочек. Ну, не на кровати же, уже и так насыпали. Ай, ты чё? Ну, а ёжик насыпал на кровать землю. Кошмар. Так. Вот, смотрите. Я хотя бы где-нибудь тут, как-нибудь так. Вот такие листики, вот смотрите, вот такие. Интересно, какого он будет цвета? Также, наверное, красного, зеленого. Вот он, видишь, красненький. Да, как мы видели на стене, когда мы ехали, мы увидели на школе вся стена в плюще. Очень-очень красиво. Вот, и нам друг прислал такое растение замечательное. Ой, как здорово. Спасибо тебе большое и огромное. Так, сейчас оно у нас будет дома. Мы его поставим на окно, чтобы свет был. И пускай оно растет и развивается. Ой. Так. А потом, летом, мы его вынесем на улицу. И пусть он у нас тоже по стене будет, да? Да. Ой, классно. Ну, потом, конечно же, его пересадим. Ставь его на окошечко. Вот так. Пускай стоит. Надо его полить, наверное. Конечно, надо. Оно долго ехало. Да, земля уже высохла. Поэтому срочно ему попить. Срочно. Спасибо тебе, мой хороший, за растение. Очень нам приятно. Огромное-огромное тебе спасибо. Очень нам оно нравилось. И теперь оно у нас есть. Сбылась наша мечта. И оно будет теперь всегда с нами. Куда мы не будем переезжать, уезжать, мы будем его всегда брать с собой. А теперь еще одна штучка нам пришла. Ёжик заказывал. Очиститель воздуха. Да. С ионизацией, да? Да. Вот такая вот штука. Такой. Нам очень нужно, потому что у нас... Тут плесень есть. У нас в доме грибок по стенам. И я кашляю постоянно. Ужасно просто. Вот такая штука. Вот такая штука. Ага. Тут инструкция. Да, я покажу. Вот, смотрите. Вот так. Сейчас будем разбираться. Там инструкция все есть. На каком языке? На польском? На польском, на конечно. На польском. Так. Вот, там на картинках показано даже. Да.
что нужно делать в первую очередь, что во вторую, что в третью. Да. Ну вот так, ребята. Опять у нас новинки, обновки и подарки. Здорово. Вот он, фильтр там стоит. Так, давай, Ежик. И вот еще запасные фильтры. Да, запасные фильтры еще. В мешочке. Ага. Вот так. Это очень полезная вещь, очень нужная. Для здоровья. Вот, ребят, смотрите. Включили его. Он работает в постоянном режиме. Да, есть таймер, можно по таймеру, он будет столько-то времени работать и отключаться. Угу. Вот, это регулировка, слышишь? Слышу. Самого скорости вентилятора. Угу. Это вот минимальная, угу. Это средняя, это максимальная. Понятно. Вот так. На среднюю поставим, пусть работает. Поставь на стол. Вот так. Здесь пусть стоит и работает. Все. Вот с такими новостями, с приятными, с новыми подарками и покупками, да? Угу. С вами были сегодня Чеширы, кот и еж. Оставайтесь с нами. Мы вам расскажем еще. То, что с нами будет происходить. Пока-пока.